Друзья, всем привет! Сейчас мы будем с вами кушать сыровяленую конскую колбасу. Колбасу из конины. Вот, в общем. Сейчас достанем. Вот. В общем, вот так она выглядит, эта колбаса. Вот колбаса из конины. Вот так выглядит. Я очень ее люблю. Это реально деликатес. Сырокопченая колбаса. Реально это деликатес. Так, сейчас давайте отрежем тогда, да. Отрежем. Она, правда, так режется тяжело. Потому что она такая твердая. Сейчас я сниму от оболочки. Это, кстати, натуральная оболочка. Натуральная оболочка. Так. Натуральная оболочка. Ну вот, вот так выглядит колбаска. Колбаса из конины. В общем, приятного аппетита вам, друзья. Очень вкусная. Очень вкусная, друзья. Это на 5 баллов колбаса. Очень вкусная колбаска.
провинциальный деликатес. Ее надо есть без хлеба. Именно она такая, вот именно сыровяльная колбаса. Почему без хлеба? Потому что так вкус прям чувствуется намного лучше. Вот такая она в разрезе смотрится. Вот так. Что еще кусочек отрежем? Да, надо обязательно сегодня подточить нож. Он что-то вообще не режет. От слова совсем. Сыровяленая колбаса из конины. Друзья, в общем, колбаска по пятибалльной шкале на 5 баллов, очень вкусная, вообще настоящий деликатес. Вот, я очень люблю сыровяленую колбасу из конины, это одно из моих любимых кушаний. Вот, ну ладно.
друзья, вам огромное спасибо за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи. Все, увидимся.